Арена «Лаизвор» в Кишиневе после Амалиги сменила имидж. Сейчас на ней вместо зеленого ковра – песок. Скоро она станет хозяйкой чемпионата Европы по пляжному футболу по дивизиону «Б». Уже есть состав участников. В этой лиге выступит и сборная Молдавии. Турнир пройдет с 27 по 31 июля. Дивизион «Б» чемпионата Европы по пляжному футболу. Всего 12 команд участниц, в их числе сборная Молдавии, а в ней знакомые все лица. В основном по Амалиге и футзалу – Нигара, Кожикарь, Стан и Страти. Всего три группы. В квартете со сборной Молдавии Румыния, Англия и Мальта. С ними молдавская команда проведет стартовую игру 27 июля. На следующий день битва с британцами. А 29 июля матч с Румынией. Начало всех встреч 18:30. Победители группы и лучшая команда, занявшая второе место, разыграют титул чемпиона. Будет борьба за путевку в высший эшелон чемпионата Европы, дивизион А. Год назад сборная Молдавии сначала выиграла турнир в Кишиневе, собирая полные трибуны «Лаизвора». На итоговом турнире в Португалии заняла третье место в дивизионе «Б». Обыгрывали Швецию, Чехию и Грецию. От футбола пляжного к классическому во второй раунд Еврокубков вышли три клуба национального дивизиона. Сейчас это уже Суперлига. Один из них в Лиге чемпионов – это Тираспольский «Шериф». В Лиге конференции Милсами одержал победу над литовским Паневежисом 2-0, а Петрокуб минимально переиграл Флориану из Мальты, счет 1-0. Сошел с дистанции Святой Георгий. Сурченская команда с общим счетом 2-4 уступила экс-чемпиону Словении Муре. Жеребьевка третьего раунда всех Еврокубков пройдет в понедельник. Тогда же «Шериф» узнает следующего потенциального соперника.